заболевай! Да, будет за... А, вот, смотри! Лава, лава. Добрый день. Я так думаю, уже в ближайшие дни у вас, значит, все будет хорошо. Video detik-detik pasukan Chechnya bersama tentara Rusia tertawa saat menembaki para tentara Ukraina di area pepohonan kota Kremennya dan Staraya Krasnyanka. Hal tersebut dilaporkan oleh asisten kepala Republik Chechnya untuk unit daya, Apta Alaudinov, melalui telegram Kadirov 95 pada Rabu 20 April 2022. Terlihat dari video yang dibagikan, puluhan tentara Chechnya sedang merunduk dan membidikkan senjatanya ke arah lawan. Setelah menembak para tentara bayaran Ukraina, para tentara teriak Allahu Akbar. Sang perekam video sempat tertawa bersama salah satu tentara Chechnya sesaat setelah menembaki senjata. Apta Alaudinov melaporkan bahwa prajurit khusus Chechnya Aksmat bersama dengan personel militer Rusia berhasil menduduki pemukiman warga di kota Kremennya dan Staraya Krasnyanka. Hal ini berkat serangan terkoordinasi dan secepat kilat dari para pejuang Chechnya hingga membuat nasionalis Ukraina lari meninggalkan pemukiman ini. Selanjutnya, para tentara Chechnya berjalan ke pemukiman warga dan berbicara kepada mereka, di mana juga mengibarkan bendera Republik Chechnya dan Rusia berdampingan di dinding rumah. Dalam waktu dekat, para pejuang Chechnya akan membersihkan pemukiman dan mengatur bantuan kemanusiaan untuk penduduk setempat. Хорошо, что вы хотя бы все живы и здоровы. Все остальное будет. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Старая Краснянка больше не воюет. Да? Она под контролем. Штурмовать Кременную начали именно спецподразделения спецназа «Ахмат» совместно с подразделениями ЛНР. Сегодня хочу сказать, что штурм мы начали на той стороне. Сейчас находимся здесь. Город Кременная находится под контролем наших сил. Ассаламу алейкум, уважаемый Рамзан Ахматович. Два дня назад вы перед нами ставили задачу, чтобы мы захватили населенный пункт Старая Краснянка, вот он, и город Кременная. Хочу доложить вам, что город Кременная и Старая Краснянка полностью находятся под контролем. На данный момент здесь идут работы по обезвреживанию взрывных устройств, которыми полностью усеяно все это село и город Кременное. Уважаемый Рамзан Ахматович, те люди, которые якобы защищали село Старая Краснянка и город Кременная, они под натиском наших сил и сил ЛНР покинули эти город и населенные пункты и подались во свояси. Поэтому я хочу вам сказать, что Старая Краснянка и Кременная – это уже мирные населенные пункты, что является вашей заслугой. Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Слава Акбару! Единственное административное здание, которое есть в населенном пункте Старая Краснянка, это вот здание старой школы. Туда мы водружаем флаг Российской Федерации и Чеченской Республики. Чтобы все знали, что мы здесь были. Видео, ю? Видео, видео. Кременная. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ребят, можно, можно. А ну-ка, можно. Встань. Конечно. Генерал, ни хрена себе. Генерал майор. А вот бойцы, которые тоже с нами выполняют задачи на территории ЛНР, ДНР. Значит, укропы отсюда сбежали. Здесь нету ни одного нацика, ни одного фашиста. Они контролируются подразделениями спецназа «Ахмат» и ЛНР. Я хочу сказать, что это все возможно благодаря тому, что за нашими спинами есть такая поддержка, как лидер нашего государства Владимир Владимирович Путин. Наш лидер, Рамзан Ахматович. Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Вся Украина точно в таком же состоянии будет находиться под нашим контролем. Иншаллах. Иншаллах.